магазин? Banana Republic. Banana Republic? How are you? I understand the hotel, so hi. Hello. How's everything? Кто? Ну, твоя грязная девочка. Грязная девочка. Ну, не говори такие плохие вещи, я же это все-таки выкладывать буду на YouTube. А? Ну, вот. Ну, ничего, то мне не очень нравится такое. Ну, говори, скажи, что не очень. Слушай, эта фигня стоит 89 баксов. 89, мне кажется, лучше Майкл Корс купить. He's looking for a coat, like classic one, dude, huh? Yeah, all the coats are upstairs, everything is on. Up there? Alright, ну, не во всех магазинах, но во многих. То есть, не запрещено. Это же все равно скрытая реклама для кого-то, знаешь? А реклама моной? А реклама, знаешь, она и черная реклама. Хаяли. Хочу. Вот я не знаю, что я хочу. Я хочу пальто. Что хочешь? Это овано пальто, видишь, какое. Это не пальто, это плащ. Плащ, дорого. Для распродажи, для Banana Republic это очень дорого, мне кажется. 128 баксов стоит. Плюс таксы еще. Смотри, что мы нашли. Светлый, не, мне кажется, не надо. Не, светлый не хочу. Я такой что? Коричневый хочу. Дорого. Кофточка, ну... Для Banana Republic. $30 за кофточку, как это нормально. Прикольно. Это, знаешь, его надо одевать, мне кажется, не с чем-то, а на Хэллоуин. Зачем? Прикольно. Смотри, какое оно что-то слишком просто. Ну, если вся черная и вот это прикольно. Вся серебряная, вся в золоте. Чисто русский менталитет, вся в золоте. Это точно. Слушай, на кого они все шьют или сколько лет они здесь лежали, эти вещи, я не могу понять. А что? Ну что-то не очень, мне кажется, это все в моде. Ладно, пойдемте, куда мы там идем? Не знаю, где спать. Может, в Мэйсис пойдем? Пошли в Мэйсис. Там, конечно, мы застряли, мне кажется, надолго, нет? Не хочешь мы